Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня мы отправляемся в дуэли на чертах. Надеюсь, дуэли сегодня есть, но они же всегда теперь есть, правильно? Да. Переплетенные кусты. Так. У меня стояли ангелочки со старой версии, но нам нужно найти еще пару чертил. И для этого мы попробуем открыть. Потому что я понял, что у меня не все отображаются. В этом проблема, потому что я не помню всех скинов, которые там они обещали навыпускать. Перед началом обязательно, народ, закидывайте лайк, пока я тут подкручиваю. Вы можете залететь, поучаствовать в моем конкурсе. Итоги, если я не ошибаюсь, уже завтра будут. Вот такие жесткие, вот это как прямо сейчас вот этот дропик. Сюда, калетка. Отлично. Нашли еще один скинчик для дуэли. Теперь можем создать солидный пик. В общем, 5 брал пасиков плюс я разыгрываю у себя в телеге. Залетайте по ссылочке прямо в описании. Если вдруг что-то хотите купить, вот эти акции, там, может быть, гемчики или скинчики. Все это вы можете сделать у нас в магазинчике. То есть совмещаем полезность с приятным. Берем, не переживаем, если что, я всегда всех поддержка, которая поможет. Поэтому мы работаем уже больше 2 лет на качество. Так что залетайте, посмотрите, что за товары есть, обязательно покупайте, если вдруг что-то нужно. Ладно. Я не знаю, кроме Калет, есть ли еще кто-то? У меня есть Отис, у меня есть Калет, у меня есть Мортис. И что-то еще было, я уже не помню. Опять, что-то же... Очень, очень жестко, оно так люто долетает. Еще и Эмс, ё, что за подкрутка. Вот когда... Сколько забыл, прикиньте. 6, 7, 8. Когда после 9 вечера стрелочка начинает замедляться, обычно она ускоряется. То есть, если ты после 9 хочешь что-то быстренько поделать, у тебя бац, смотришь уже там 10 часов, уже там 11, спать уже пора. Здесь, если она наоборот пошла медленно, то это кайф. Ну что, по-моему, я все нашел. Все, что можно было. Ну, Мортиса мы не можем не взять. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, Эмс, Отис, Калет. Давайте... Давайте возьмем Отис. Ладно, сейчас подготовлю, покажу. Короче, вот такой вот получился пик. На кассике сыграем. А вообще, если Мортис прям вообще не будет подходить, то мы просто Мортиса поменяем на Эмс, например. И у нас уже будет солидный пик. Я думаю, так. Потому что вот если сейчас на Отисе я Гейлу проиграю, то это ГГ. Но с другой стороны, потом Шелли и Бас мне как будто тоже не особо страшны, когда Калет есть. Но, правда, у меня не саталкинг, Калет. Так, а ты драться будешь или сеешь? Ясно. Чел просто на выпаде дает пару заморозок и обратно в куст. А такой тебе как подарочек, братанчик? Ну, в принципе, на очень реально тут прикольно можно. А теперь я могу так посидеть против Шелли. Прям до конца посидеть. И вообще не лезть. Ну, в дуэлях, как говорится, все средства хороши, да? Пока кофеёк попьем. Потому что он тоже особо не спешит. Но у него аптечка, походу. Надо одну дать хорошую очередь. Да, аптечку сбил. Ультануть он, конечно, плотно хотел. И, возможно, бы меня прибил бы.
Но. Так, братанчик, ультайся. Кстати, он на базе, если запотеет, он может еще и всех троих перебить. Но я попробую, может быть, даже на ульте гиперзаряд подрублю. Так сказать, попробуем запотеть эту. Ну, хотя мне сначала надо накопить ульту. Если я накоплю ульту, то он проиграет. Я ему дам стан, мут и все. Так, где он сидит, интересно. Я понял. Ну, тапать с такого расстояния не факт, что попадешь. Это, конечно, рисковый момент был. Но я, наверное, на колет поменяю звездную силу. Поставлю отталкивание, как будто... Как будто это может спасти вкус, откинуть. Потому что сейчас на очень много решался. Я бы, если бы проиграл, возможно, я бы... Хотя на колет я бы, наверное, не физил, мы бы просто ее затыкал бы и все. Но если бы у него была сразу ульта со станом, то это было бы опасно. Один стан, и все, мне гг. Такой прям, если плотный стан сдалека. Я бы не отхилился, наверное, бы. Так, чел тоже сей, да? Поиграем в прятки. Кстати, Отису вот этот угол крайне приятен. Ты просто можешь гаджетом его закрыть. Этот угол. А я посижу тоже. А, у него другая старка, блин. Типа он дамажит жестко. Не, если не ошибаюсь, вроде такая старка у него. У меня тыка до ульты, но у него ульта тоже близко. Он типа мне нормально накидал так. Получается, что если он прыгнет щитом, возможно, мне хана. Ну ладно, лейта тогда ждем, потому что явно он не собирается выходить особо. Хотя максимум, мне кажется, у него половина ульты есть где-то. Я же, в принципе, с одного захода, я же не отходил хилиться. Так что, по идее, я его должен успеть фигануть. Не. Возможно, я бы еще успел это сделать, если бы еще не прыгнул так. Но я думал, успеваю, блин. Но нифига. Ладно, вроде бы я на ульту не нафидел. Сейчас посмотрим. Короче, кто лучше отыграет, наверное, тот и выиграет. Но у меня как будто по рейнджу преимущество есть, а вот слоу, учитывая эту нестандартную карту, такой себе. Так, Лу, гиперзаряд, ульта. Он как будто даже не собирался тратить. Да, он будет до лейта сидеть. Ладно, мы ему показали, что мы здесь, и мы уйдем сюда. Но это будет прятки, игра в прятки. Мне главное вот как-то пережить просто вот этот стан. Дальше я смогу нахилиться. Но я не факт, что его переживу, если он все четко сделает. Два стана, и мне до свидания. Но мы заботились, что я там сижу. Ой-ой-ой, как я это выиграл. Он не мог это проиграть, это просто невозможно было. Чел просто слишком пассивно играл. Но это... Это мерзкая катка была. Давайте попробуем
Ну, на Морсе, конечно, пики не самые лучшие противники попадаются. Давайте на ней тоже попробуем сыграть. Но она больше на зомби похожа, нежели чем на чертилу. О, против Честера кайф. О, Муртис на Муртис. Это будет легендарно. Давайте я тогда его просто побайчу. Ну как, Честера надо прибить. Чел. Вот сейчас просто надо подбайтить его, чтобы он потратил свои ресурсы. И можно специально слиться и Муртис на Муртис сыграть. Это будет гениально. Хотя можем даже сейчас просто уйти в дым. Не, ну чел странный. По-моему, мы бы его даже, наверное, спокойненько прибили бы. Он издалека прыгает с гаджетом. Ладно, давайте. Че, у него по ульте вообще нету, то есть это вообще фри должен быть килл. Давай, братанчик. Давай, давай, погнали. Ну, он просто выпад делает и все, не пытается байтить, он просто летит. Но учитывая, что у него ульта была не так скоро, то как бы этот выпад был против него. Ай, у меня тоже ульты нет! Ладно. Посмотрите, гиперзаряд, милитычка, ульта, милитычка. Раз, два, три, кавычка. Эй, милитычка, гипертычка. Так, у него есть... Не, у него сцепления нет. Блин, это жестко было. Об стенку чисто разогнался. А давайте... Давайте решающую. Давайте по рофлу поставлю Мортиса первым. Потом поставлю... Эмс. И Колет. Колет, Колет. Все, погнали. Это финальная наша каточка на чертилах будет. Обязательно закидывайте по лайкосику. Если у вас еще есть идеи, какие дуэльки можно замутить, мы, в принципе, это уже много лет делаем, то обязательно пишите. Ой, кошак. Ай, кошак. Как кошака выиграть-то? Как будто вообще никак. Ну, и если чел так заходит, то это, конечно... Шелли на Мортис давайте. Так, ульто он слил, он с аптечкой играет. Блин, прикиньте, если бы успел ультануть. Так, он с аптечкой играет. Для Эмс это халява, я вам отвечаю. Вообще халява для Эмс. Ульта, ульта, говорю. Я говорил халяву, и меня просто с ульты сносит. Даже ничего не успел. Ладно, он будет аптечку ждать. Он, походу, до лейта хочет. Единственный момент, что мне нельзя как бы... Нельзя ультовать, пока у него есть ульта. Потому что там на шару прилетит 4К. И будет бобо. Так, он без гаджетов, без ульты. Как будто ему здесь не выиграть. Только если я облажаюсь. Ай, залетел сосника.
И приз нам дает никакой. Ладно, народ, что, будем на этом подводить итоги. Надеюсь, вам ролик понравился. Обязательно пишите, что хотели бы еще увидеть. Смотрите, кстати, с момента открытий уже 425к почти блингов. Скоро полляма блингов будет. И что с ними делать? Очков силы почти 200к. И голды... Может быть, еще пооткрываю, типа, что, может, там еще понахожу, там, голды, блинков и так далее. В общем, если вам ролик понравился, обязательно пишите лайк. Пишите лайк. Ставьте лайк и пишите, что хотели бы еще вдоль увидеть. В общем, всем удачи и всем пока.